Всем привет, меня зовут Ноу Дракс в живом журнале, и сегодня я выбрал для вас самые интересные, самые потрясающие темы Рунета. Сегодня мы опять продолжим с вами расследовать дело новосибирского блогера, который призывает к ответственности излишне старательных сотрудников милиции. Блогер Мослид 61 рассказал нам об этом ранее, и сегодня мы послушаем его телефонное интервью. Также вместе с блогерами пытаемся разобраться в новых ограничениях на пользование контента из интернета. Еще на YouTube появился очень интересный ролик избирательного штаба Владимира Путина, образца 2000 года. И на десерт замечательный фотограф ЖЖ-юзер Дима Шатров и его последние фотографии. Но обо всем по порядку. Поехали. В живом журнале юзера Копилефт обсуждают копирайт. Блогеры обсуждают думский законопроект, который, по слухам, Государственная Дума России вот-вот должна принять. В нем хотят ограничить использование материалов из инета, фильмы, музыка и многое другое. В рамках четвертой части нынешнего Гражданского кодекса России за пользователем закреплено право копирования на юридическом языке это воспроизведение в личных целях любого медиа-контента, музыки, фильмов, картинок. Однако поправки в Государственный кодекс вводят важные дополнения. Отныне копировать можно только легальные объекты авторского права, и то при условии некой необходимости. Это означает, что все фильмы, загруженные вами из файла обменных сетей, вся найденная в музыкальных блогах и скачанная по ссылкам и на RapidShare музыка становится нелегальной, ведь все это раздавалось без получения личных, официально оформленных разрешений от правообладателей. Кроме этого, печальная участь ждет такие популярные сайты, как Torrents.ru и Funky Souls, не говоря уже о файлообменниках в ранних районах. Ранее существование всех этих проектов обеспечило отсутствие каких-либо четких указаний в пункте о безвинной ответственности. Когда правообладатели, находили раздачу своей интеллектуальной собственности нелегальной, они просто писали претензии. Администрация удаляла спорный контент. Теперь же каждая такая претензия обернется штрафом от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Плюс ко всему, теперь пользователи несут еще и ответственность за картинки, которые у них хранятся в кэше. Ну а для того, чтобы разобраться в подробностях этой истории, мы связались с Максимом Машковым. В ЖЖ это юзер Машков, основатель популярной интернет-библиотеки Libru. Максим, добрый день. Добрый день. Скажите, ситуация действительно настолько плохая? Ну, вы знаете, я не думаю, что она стала хуже, чем была. Просто это мало кто замечает. У нас уже довольно много лет очень кривой и неправильный закон об авторском праве. Каждой очередной датой, когда там что-то изменяется, или поправляется, или ухудшается, народ начинает кричать и вопить, смотрите, что стало как страшно. Все было плохо с самого начала, и остается быть таким же плохим. Вот и все. То есть надо спокойно к этому относиться. Было хреново, сейчас тоже очень хреново. Не удивляйтесь, все в порядке. Ну, Максим, спасибо большое за такой комментарий. Надеюсь, что хуже не станет. Мне кажется, хуже уже, в принципе, некуда. Мы же оптимисты. А с нами Роман Москов из офиса «Живого журнала». Ром, привет. Как вот такая тревожная новость сегодня расходится по блогосфере? Да, простите, у нас небольшие аудиосложности с Романом, зато мы его видим на наших экранах, он там есть. Сейчас попробуем с ним еще раз связаться. Поехали пока к следующим новостям. По этой теме я хочу добавить забавное, ну, довольно интересное интервью французского режиссера Люка Годара про авторское право. Он считает, что интеллектуальной собственности вообще не существует. Например, он против исследования. То, что дети, деятели искусств могут получать прибыль от авторских прав на произведения своих родителей, почему бы и нет, но только до их совершеннолетия. А после ему кажется это уже неестественным, что, например, наследники Равеля присваивают себе права на Болеро. Оставайтесь с нами, у нас еще много интересного впереди. Ну, мы решили не бросать начатое и продолжить следить за делом новосибирского блогера Моцлиты 61 Артема Тиунова. Напомню, что на прошлых выходных он попал в милицию, где его избивали, унижали и придержали всю ночь и все утро. Якобы он украл телефон у девушки, да и девушка его опознала. Алиби у Артема было, сохранился чек из торгового центра, выданный как раз во время преступления. К тому же Артем написал новый пост с подробностями. И сегодня в газете «Гардиан» также появилась статья, посвященная вот этому ужасающему
потрясающему делу Артема Тиунова, обычного, казалось бы, блогера из Новосибирска. Комментарий к посту очень интересный. Непонятно, почему девушка оказалась менее виновной, чем полиция. Поставьте себя на место милиционера. К вам приходит девушка, говорит, что у нее украли телефон. Потом сама познает человека, причем девушка до последнего упиралась, что это он. Что после этого думать операм? По-моему, решение не наказывать за глупость делают честь Мостлит 61 и характеризуют его как человека мстительного и немелочного. Девушка его не била. Может, она вообще, слава богу, пока в танке и не ведает, что у нас за милиция. Ну, как минимум, было бы неплохо ее посвятить в то, к чему привела ее ошибка. Мы решили сами поговорить с Артемом. Ранее мы с ним записали небольшое телефонное интервью, и он рассказал нам о том, как проходило медицинское освидетельствование и как идет расследование. Давайте послушаем. Я, честно, не вижу в нем смысла, потому что по их реакции я уже понял, что они будут отрицать, но пойдут и определишь меня. И даже если кто-то найдет, они скажут, что это было там до или после, я с ними пришел там какие-нибудь. Я просто знаю, у меня как бы реально, то есть ничего нет, никаких там синяков особых, там вообще нормальное. Даже если что-то найдут, они скажут, ну это сделал я после или я сделал это до. Потому что они уже сейчас утверждают, что я там от их автомобиля убегал, что 4 часа меня отпустили сразу же. Сам факт, то, как они вели себя, то, как они ведут свои дела, как они, то, что они выпытывают из тебя признание в том, что чего ты не совершал, зная о том, что я этого не совершал, вот мне вот это больше всего беспокоит, да. И по этому поводу, то есть у них были вообще огромное количество нарушений в плане задержания, то, что они продержали меня 4 часов, а обязаны максимум 3. То, что они мне не дали позвонить, они мне не дали никаких документов. Ну, много-много-много всего там можно перечислить, чего они там нарушили. Да, действительно, очень странная история. И, как мне кажется, она довольно сильно взволновала и блогосферу, и все российские СМИ, и даже вот иностранные. Ну, не так часто российские блогеры привлекают внимание таких именитых газет, как «Гардиан». А с нами Роман Москов. Насколько я помню, Ром, предыдущий пост Мослита взлетел в топ очень быстро. Этот пока что-то его там не видно. Как думаешь, почему такое могло произойти? Митя, ну на этот раз я тебя слышу прекрасно. Я хотел бы сказать, что одна из основных причин столь стремительного роста – это кнопка «Репост», которая была установлена на первом посте, которой, кстати, воспользовалось более 1000 блогеров. Второй, а точнее третий пост, посвященный этой истории, был уже без этой кнопки. В итоге на сегодняшний день первый пост просмотрели уже более 60 тысяч человек, а второй всего лишь 3 тысячи. Так что, если хотите стать популярным блогером, пользуйтесь специальной кнопкой «Репост», которая находится в ваших дневниках. Ром, спасибо тебе огромное за этот комментарий. Еще хотелось бы узнать, какие-то еще интересные темы есть. Вот мы сегодня с тобой днем обсуждали фотографа Дмитрия Шатрова. Расскажи, пожалуйста, поподробнее нам, что это за юзер и вообще чем он занимается. Раньше я о нем, по крайней мере, не слышал. Дмитрия Шатрова по праву можно назвать одним из лучших российских фотографов. Он ведет блог более 7 лет, и в друзьях у него почти 11 тысяч пользователей. В начале ноября Дмитрий отправляется в королевство Верхний Мустан, которое располагается между Непалом и Тибетом. Это полностью закрыто королевство, время там течет совершенно по своим законам, и там до сих пор сохранилась королевская власть. Ну, к слову, виза туда стоит $500, и ежегодно там жесткий лимит на въезд в это государство, и туда могут попасть только 1000 человек. Дмитрий оказался среди этих счастливчиков, и подобные репортажи с этой поистине уникальной экспедицией вы можете прочитать в блоге Дмитрия Шатрова и также на LiveJournal.ru. Спасибо большое, Роман. Напомню, с нами был Роман Москов. Друзья, очень коротко хотел бы вам показать еще одно замечательное видео, которое я сегодня нашел в интернете. Давайте посмотрим небольшой фрагмент. Музыку на него мы сами наложили. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. Друзья,
если вы еще не догадались, это видео молодого, практически юного Путина, образца 2000 года. Видео снято в его предвыборном штабе. Но блогеры рукоплещут и проявляют долю скепсиса. Раньше даже ручки на память оставлял, а нынче ручку верните. Вот такие вот у нас были сегодня новости, такая блогосфера. За ней следил сегодня для вас ЖЖ юзер NoDrugs. Оставайтесь с нами, постите и комментите. Всего хорошего, удачи. Дождь. Оптимистик Channel. Смотрите в базовом пакете НТВ+.